В Лесозаводске прошли лыжные гонки на трассе «Маяк». Участники соревновались в трех возрастных категориях. Как подчеркнул губернатор Приморья, занятия спортом в крае доступны для всех желающих. Эту традицию продолжаем в Приморском крае. С каждым годом она приобретает все больше и большее значение. У нас 25 лыжных баз. Безусловно, эта база тоже с каждым годом становится все лучше и лучше. Надеюсь, что в этом году вот Константин Федорович здесь с нашей помощью сделает дорогу. Поэтому с тем, чтобы можно было здесь летом устраивать различные спортивные мероприятия, с тем, чтобы это было центром притяжения, с тем, чтобы больше было здоровых людей, вот, занимающихся здоровым, ведущих здоровый образ жизни. Ну и самое главное, радует то, что здесь сегодня много очень малышни. Вот, это наше будущее, ради них мы живем, ради них мы все делаем, для того, чтобы была здоровая молодежь, была здоровая страна. Завершился лыжный забег, церемонии награждения призеров и победителей. Глава региона занял второе место в соревнованиях на самую длинную дистанцию 20 километров. Елизавета Драгомирова, новости на восьмом.